Телеканал «Эфир-24» представляет «Просторы родного края». Город Заинск основан в 1656 году. В Заинске проживает чуть больше 41 242 человек. Статус города Заинск получил в 1978 году. Город возник как крепость Закамской сторожевой черты, военной линии от Волги и до устья реки Ик. В 1920 году в окрестностях Заинска прошло известное вилочное восстание. В Заинске родился олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Евгений Давыдов. Заинск украшают многочисленные скульптурные композиции.